Улица Драгоманова, 25. Панельный десятиэтажный дом. Двор тут относительно зеленый. В парадных установлены домофоны. Во дворе есть большая новая детская площадка и места для парковки. Неподалеку гимназия, детская клиника. Строится на конец лета 2013 года фитнес-центр. Рядом парк Поздняки. У дома продуктовый магазинчик. В самом доме ломбард и парикмахерская. В целом состояние хорошее.